Всем привет! Сегодня покажу вам гостевой санузел, где мы зашивали инсталляцию, делали распашной шкаф с хранением. Значит, вся данная конструкция выполнена из шпона ореха. Внутри у нас располагаются полки. Значит, здесь открывается все при помощи того, что фасадик запилен под 45 и появляется зацеп для рук. За данной конструкцией у нас располагаются все коммуникации. Также здесь сделаны полки в толщине 36 мм и крепятся они следующим образом. И далее из всей этой конструкции у нас выходит столешница, куда уже опирается раковина. Далее пойдем в ванну, я вам там покажу еще одну тумбу. В ванной мы изготовили тумбу, верхний фасад у нас с фрезеровкой, нижние два, они из шпона, открывается все от нажатия и закрывается также нажатием. Столешница, здесь камень, вот такой обзор на мебель, санузел получился. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!